Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я поиграю немножечко в лодочки. Очень короткое будет видео. В этом видео я вам покажу, как открыть секретную комнатку. И мы увидим, что же в ней находится. Итак, ребята, первый секрет, чтобы открыть комнатку. Нужно находиться в розовой команде. Не знаю, так это или нет, правда или нет, но мне так сказал мой подписчик, который первый показал мне этот квестик, как пройти. Ну что ж, будем тогда ждать, пока он зайдет, но сейчас я хочу посмотреть, что новенького добавилось у нас. Так, смотрите, за яйца уже все мне дали, те яйца, которые мы собирали на Пасху, теперь обменяли мне на... Ух ты, джетпак есть, классно. На всякие разные причиндалики. Возможно, в одном из видео я вам покажу, что и как, для чего они нужны. Давайте соберем много лайков под этим видео, и тогда я запишу подобный видосик. Ну, к примеру, 5000 лайков. Если наберем, то я сниму вам подробное видео, что, для чего и как делать. Ну а сейчас я попытаюсь самостоятельно посмотреть, что же тут и как. Тут должна быть какая-то подсказка. Может, тут какую-то веточку нажать, какое-то дерево. Ладно, давайте, знаете, что сделаю? Я хочу потестить новый джекпак. Тем более, по-моему, у них даже два. Сейчас я посмотрю. Где-то я видел, у меня что-то два их почему-то. Так, один меня за яйцо обменяли, а второй откуда у меня взялся? О, вот этот вот красный, смотрите, какой здоровенный. Я еще не летал на нем, очень интересно посмотреть, как это будет. Так, нажимаю на него. Ух ты, он просто приделывается, класс. Вау, ну наконец-то, ребята, нам не нужно будет никакие использовать баги для того, чтобы летать. Можно теперь это делать с помощью джетпака. Единственное, что как-то вот, видите, он только вверх летит, да, и немножечко вперед. Если бы можно было как-то еще управлять, было бы супер. Надеюсь, вы уже подписались на канал, ну а сейчас я вам покажу, где же находится секретная комнатка, и мы посмотрим, что дадут за секретный сундук, который там находится. Спасибо большое, Батя63175, именно вот этот вот мой зритель показал мне первым, где находится секретка, и смотрите внимательно. Вот тут вот дерево, видите? И вот этот вот рычажочек спрятан под веточкой. Думаю, что вы без проблем найдете это дерево. И все, вот наш тайничок. Открываем, смотрим. 25 голды, 25 шариков и какой-то непонятный, неизвестный предмет. Хм. Почему-то текстурка его пока не отображается. Возможно, он еще не появился. Не знаю. В общем, ребят, если вы тоже получили этот сундук, ставьте обязательно лайк под этим видосиком. Ну и, собственно, нашли вот этот вот черный красивый сундучок. А давайте еще оденем второй джетпак, посмотрим, как он летает. Так. А можно два сразу? Ха, можно, прикольно, смотрите. Воу, улетел! Круто, ребята! Ну что ж, ребят, а на этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока!